Кубата. Он был вторым тренером у Хила, вторым тренером у Протела. Это контратака. 212 сантиметров, 115 килограмм у него. Вот он с мячом бросает. Но нарушение правил было. Вот видите, у него зеленый галстук, красные рыжие волосы. Вот это повтор этого момента, когда он убирал защитника. Дон Спенсер, но чем-то он не удовлетворил команду. И теперь вместо него взяли Ронни Сайкли. Он играл 6 лет в Майами и последние 2 года в Golden State. Это Грант. Он тоже вместе с ним снова ожил. Второй брос идет его в игру. Вот можно Сабонису отдать. Еще раз Сабонис. И с третьего штрафного броска Валес. Вот обратите внимание на этого баскет. Вот 8 подборов уже сделал и 10 очков набрал. Андерсон под щитом, его опекает второй Андерсон. Грант откинул. И отлично. В состоянии ничего сделать. Да, ну он очень мощный. Очень мощный, сильный. Он и под щитом играет блестяще. Ощущает мячей, чувствует, что он сила. Оскар рванулся со старта. Кто будет бить? Грант. Грант немножко подсократит. А вот Валес уже набрал порядочно очков. Попадает. Арсенал всех технических приемов, что он даже вот, он может играть еще очень долго. Безусловно. А не... Ховича спрашивает, кто? Я говорю, открывай, кто? И нет Сабониса. Значит, это матч. Победа команды Орландо 70-95.